Здравствуйте, Жлобин Рабкор, Жлобин Рабкор, Заболоть, Заболоть, Моисеевка, Моисеевка, Октяб, Гжуп, 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 Октябрьский. Ля-ля-ля, новины Василя, ля-ля-ля, новины Василя, ля-ля-ля, новины Василя, поесть киселя, глядите Василя. Знаме, папа, дряньки, буряки. Знаме, дряньки, буряки. Зно с вами у эфиры Василь. Наливайте киселя и глядите Василя. Белорусский мастак, напившись виагры, повесив на, так сказать, свой ентот болт, нит, на свою балубень повесил табличку с надписом «Министерство культуры». Керавництво центра, у яким отбывался фала-перформанс, обурилося и попросило мастака выбачиться. Мастак пробачень не попросил, а лишь видат за то, что не уставил свою конструкцию пропеллер. Ля-ля-ля, новины Василя. Директор БРСМ, кидаючись слюнами из рта в эфире, заявил: «Мы николи не будем стоять на варче интересов дегенератов и подтримливать придурковатых». Тем часом не придурковатые, не дегенераты с его облкеровництва стоят на варте не горш за инструмент с табличкой сучасных мастаков. З'явилося интервью любимого начальника, адразу ж загад холопам писать лизоблюдские комменты. Працуйте, не палічись, комсомольцы. Ля-ля-ля, новины Василя. И батька такой молодой и юный, там что-то у вас впереди. Коли у вас появились слишки свободы, держава предоставит место их позбавления. Такий вот цікавий заголовок знайшли на сайте виконкама одного з менських районов. Редакція пропонує увещи гэта цуда як держслоган наравні со щагом, гербом и гимном. На жаль, эту писанину уже стыдливо подчерли. Тому авторские правы можно смело передать на пенсию Шуневичу. Ля-ля-ля, новины Василя. При такой при такой колькощи претендентов у кандидаты казать, что у нас нема демократии, просто недоречно, кажа Лидия Михайловна Ермошина. При такой колькости билетов дзярш лато, казать, что гэта лохотрон, просто недоречно. Рыдлёвка! Ля-ля-ля, новины Василя. Про что недоречно казач, мы знайшли у фотовыявах. Недоречно казач дзяўчыне, что знизу нема воды. Недоречно казач плаўчыхе, что бульба не урадзіла. Недоречно казач на гэтай фотке дзяўчыне не захлябнись. Дзяўчына з гэтых фотаздымкаў, адгукніцесь, мы вас ішчым і ждзём. Ждзіце і вы, і любіце друг друга. Ішчыце сябе, ішчыце мяне. Ля-ля-ля, навіны Василя.
Суседняя держава протягивая обороняться от невидимых, небачных атомно-бомбных атак. Один из российских военно-начальников отмочил, что на решение об отказном ядерном ударе Украины есть несколько десятков хвилин. Об скорости ракеты туды и обратно не сообщается. А вот кукушка у керавництва империи летит уже худшей за гук и швед. Ку-ку. Ля-ля-ля, новины Василя. Фонд экстремиста Навального таки признали замежным агентом. Теперь патриоты Кищелев, Соловьев, кто там еще, Брилев со своими паспортами и посвященными на жигарство у еврозвязовских виллах можете спать спокойно. И там на кочерах своих кататься никто вас не обосрет. Ля-ля-ля, новины Василя. Патриарх уща империи Московской Русской России, Ущероссийской Руси Гундяев заявил, что либеральная идея греховная, тому что у центры человек, а не Бог. А идея не платить налоги с кучи бабла, ездить на премиум автомобилях, обвешиваться золотом не греховная, тому что у центры патриарх. Потри еще раз арх. Ля-ля-ля, новины Василя. Эту новину я буду читать, уткнувшись еще листок, бо гэтые словы не разумею нават нічога. Магчыма, гэта нейкая скандынаўская нарэччы португальскіх кельтаў. На сайте Мінадукацыі знайшлі скрипт, які майніў біткоіны. Зайшоў у электронны кабінет, скінуўся на электронны редзіайн. Окна так само у браузеры поменять надо. И подвал на головной сторонке почистить. Давай, IT-палац. Ля-ля-ля, новины Василя. Ну, айтишники поймут. Это про этих БРСМ директор сказал? Придурковатые дегенераты. Ну, не могут предложение составить нормально. Некий тыры-пыр, айти, прундир, шмундир. Я тоже могу так напридумывать. А вот у Островецким районе под фанфары и червоную стушку чиновники отчинили, что ж вы думаете, автобусный припынок! Ура, товарищи! Так мы, ух, по 500 будем раз, готов 150 уже. Островецкий район, попереди ущих, Октябрьский район у болочитой. Тому что у нас ще при Барановском неводный объект под ленточку не отчинили. Поставили бы какую-то шметницу. Чего у газеты надруковали, метр на метр асфальта положили. И на 30 сантиметров вверх. Что недостойное червоной стужки? Это асфальт. Достоин. Стужек хватит на всех, даже на Россию. Вот видите? В Удмуртии отчинили невидимый асфальт. Или чакайте. А нет, тут отчиняет, наверное, спеченный пирог. Пишите в комментариях. Что в вашем щале, вёсце ці месцы достойно червоной стужки и чиновника с ножницами?
На побачення. Поешьте печенья. Тому что вас рассмешил качение. Ля-ля-ля, новины Василя. Ля-ля-ля, новины Василя. Ля-ля-ля, новины Василя. Поешьте киселя, глядите Василя.